То есть тот же Suburban, но заточен с обратной стороны. Достаточно толстый, здесь где-то 5,5 толщина. Сейчас посмотрим, что получится. Я сутки не решил туда мясо прыгать, а ребра сносить. По кармашек, да. Но мясо вот начинает здесь вложить получше, чтобы достать. Вот, хорошо. Поехали. Кулаком? Нет, нет, смотри. Вот он здесь ткнулся. Но из ткани выскочил. И выскочил из ткани. Это... Давай еще раз. Давай еще раз, на всякий случай, просто чтобы потом не говорили, что это, ну, так получилось. Это эксперимент. Да. Не, вот он. Ну вот горизонтальный порез. Нет, не он. Нет, это не он. Не, опять, видишь, он попал в шов, зацепил, поцарапал. Это он. Он? Он. А, ну смотри. Он когда, выскочил, да, и попал в мясо. Он выскочил, да, но... То есть режет он хорошо, но одежка ему мешает.